мы пополам разбегал. А ты уси коснякость вот. Начал с одной стороны, другой. И теперь как по новой. Ты не будешь сидеть. Да. Я вот начала, не переворачивай никак. Иди, сейчас я положу палку. И вот отбить эту палку, если получится. На эту штуку хорошо. Положь, не низко. Сейчас я попробую. Я думаю, ее можно просто. А? Сейчас попробую. Да, да, подожди. Я вот эту отрублю. Иди там на самый край наступи. Держись хоть за что-нибудь, он заведет. Пили. Вот начал пили. А то видишь, вот так вот. Ты пей, вот так вот. Вот это, где рука? Давай, я отодвину стул. Постой, вытаскивай стул, отодвину, ложь. Иди, давай, нож. Подожди, подвинь так. Вот это тяжело было, видите. А это наверх. Подожди. Ложь на нее. Нож. Не пили. Давай я топором буду. Слышишь? Это я делал для того, чтобы сюда и топором стукнуть. Давай. И она летит. Вот. Давай, убирай эту. Пододвинь сюда. Вот так, вот так. Сюда. Сюда. Вот же конец, правильно? Давай, придерживай там. Давай еще там. Что, что? Давай. Видишь, полпалки. Она от его. Давай мне ножовку. Откалывается она. Еще поворачивай, поворачивай. Все. Иси. Вот так вот держишь, поддержишь вот так. Еще. Двигай. Пусть эта баррикада лежит. А подходи вот здесь вот пни. Отодвинь, а то она мешает. И туда, подальше, во-во-во. Ага, дальше, еще дальше. Вот, вот накладывай и пини, 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 пини. Вот. Ну-ка, поверни, я посмотрю, куда, как она пойдет. Так, давай-ка сюда, я намечу, чтобы не метить меня. Ровно. А мы наискосок будем. Вся эта вот. И она, считай, будет ровно. Вот здесь вот начинает пилить. Отсюда вот можно пилить. Ну-ка, получится у тебя. И сюда на жёлочку. Дай-ка я так тебе начну. Держи, придержи. Еще поворачивай, поворачивай. Поворачивай.
стоять, держи, оттягивай. Или палку туда тяни. Не так ты делаешь. Вот это поддерживай ее, уберу стул. Так. И вот сюда эти пальки. Вот так. Ну давай сверху лучше. Туда лучше. Давай пили. Потом сам уже дошла до тебя как надо. Ложь ее. Вот так вот. Может даже знаешь как? Я на стул поклаю, на стул положим. Пусти, поднимайся. Я так так делаю. На стул вот ложь. Я подошел. Вон уже идет все. Подошел. На. Не нажимай, мы ничего не делаем. Ничего не нажимай. Алло. Да. А? Так ты да. Ну. Знаю. Не заваливайся, ты мне стучок.
Вон, на диван иди садись. Я не знаю, сколько там. Ну да. Со мной. Я на машине поеду. На которой езжу. Ну да. Не знаю. Но пережду-ка. Нет. Сергей не довезет. Ну, бензин тратить не хочет. Да, это. Верни, пожалуйста, таблетки. Которые... Я понял, да. Просто, пожалуйста, верни. Возьми билеты. Возьми билеты. Я не знаю. Давай вместе. Ну, посмотришь, может. Найду, если мне скажут тебе. Да. Ну, верни, пожалуйста. Все. Не все сейчас спили. Все спилил, я убрал. Туда занес, в сарай положил, да? Да. Так, а как это ты понесешь? У тебя есть сумочка какая или что с собой? Да, портфель. Ну туда положил, смотри, хочешь выложи, а то будут валяться. Они завязаны, ну да, завязанные. Я пойду там до конца уберусь. Ты куда, собираешься ехать, что ли? Или... Да, завтра. Куда? В Красноярск. А к кому ты едешь? А там на обучение и еще потом к психологу. На чем ты поедешь? На автобусе? Да. А? Да, на автобусе. Так, это я в сумку положу. Пойду я до конца смету там мусор уйдет. Так, положу в сумку. Да не спросил укроп, спроси укроп нарвать ей для салата. Огурцы свежие есть? Или она солит их? Если сейчас спрошу, я телефон. Скажи, мы можем сорвать несколько огурчиков? Есть. Укроп, скажи, сорвать. Ну, луку зеленого. Да, наверное, укроп не надо. А как салат без укропа? Ты чего? Ну, сорви. Ну, ты спроси. Я просто не могу телефон сорвать. На, давай, я набираю, разговаривай. На, разговаривай и положь, ничего не делай. Когда поговоришь, только когда поговоришь, уже все, только красненькую вот так вот, аккуратненько, не то, что так, а вот это аккуратненько нажмешь. Что ты делаешь? Я ищу просто свой телефон. На, я пошла. Немножко там надо смести, хотя потом уже со мной буду делать. Топор надо убрать. Нет, топор. Да, топор есть. Алло, бабушка спрашивает, взять укроп? Огурцы. Да. Да, говорит. Петрушку. Салатик, говорит. Что? Алло, Лариса. Я на улице там посмотрела. Ну, штучки 2-3. Найду тебе огурчиков. Себе один возьму. Не знаю. Я, знаешь, быстро просмотрела, прошла. В одном месте 2 штучки, в другом, по-моему, 2 или 3. Вот так. Нет.
Нет, я смотрю. Ай. Ну, меня дома нету. Ой, они дома. Нет, дома есть, а здесь-то нету. Так, кое-где красненькие, это такие желтоватые. Я видела. А дома, ну, есть немного сверху. Ну, тогда заедет, зайдем, приедем, зайдет, возьмет. Ты не соли. А? Так, как давать, какие деньги? А? Я 600 не буду давать. Я 10 дам. Поняла? С собой у меня, наверное, рублей 500 есть. Десятками. Ну ладно, дам. Ладно. Ладно. А этого нарвать? Немного укропу и петрушки. Нарвать, не? А, и салата. Ну, салата листочками только. Выберу, где такие помоложе. Ладно. Сейчас. Смотрела я, на что толку? Много не снимем мы. Так, ну что, Лариса, зеленые. Я в основном-то, ну, если только где найти белых немного. Ну тогда а что снимать? Пусть они хоть подрастут. Пусть подрастут. Я верхушки. Тогда пусть нам даст пару помидоров, я сделаю с них этот, так его, семена. Поняла? Давай все. Так, пойдем, Саша. Кому? Так мне Зина даст усы. Ну, я не знаю. Ну, она за деньги, сколько она денег возьмет? Давай. А? Малины нету. Конечно, ничего нигде не вижу. Я вот оттуда, когда была, выйду, иду, смотрю, она там красная. Да нам же все, йог. Ну, это посмотрю, будет расти, я не знаю. Все, не мешай нам, все, мы собираемся. Малина. Будет сейчас малина. Дождь, да, холод, да еще и плюс и курган. Ее зеленый-то ни хрена нету. Пойдем, я буду рвать сейчас аккуратно, заворачивать в листики и в бумажку. Давай, наверное, в листики, в эту, или в тряпочки. У меня тряпочки чистые есть. Давай я тряпочки постараюсь завернуть. От листья ломаются. Хочешь конфету кисленькую? А ты мне давал, я кушал их? Да. Тогда да. Давал желтую. И еще зеленые есть. Вот зеленые еще были кислые. Они мятные, я мятные не ем. Они мятные, не. Я мятные вообще не ем. Сейчас я это покушаю. Вот красная, она более сладкая такая. Я покушаю, вот этой бумажки не берем. Если лежат. Если она вкусная, значит буду такую покажу. Если есть, так я куплю. Пойдем. Одевай. Там в тапках, я не знаю, в башмаке. Нельзя ботинки одевать. Ботинки, да? Да ладно, потихонечку. Только знаешь что? Когда подойдешь, вот так вот держи. Вот так вот возьми. Раз. Раз. Хорошо. И все, иди, тряпку оботри. И они чистые. Не забыл? Так, куда мы идем? Пойдем. Там и укроп, и огурчик. Пойдем.
стой тут. А вот стол. Я на столе этого перчатка не сейчас смотрю. Что там? Где сыра земля? Вот она, а здесь все равно листья его задушит. Здесь. Он уже задушил. Она немножко жарнутая. Угу. Вязки принесу, я вязки не подниму. Так его. Огурцы. Приедешь, не знаешь, за что хвататься. Вот приехала, взяла их и посеяла. А он медленно всходит. Вот он чуть-чуть подрос и уже начинает эти, как его, ну как, в цветы. Как будто бы он цветет. Mm-hmm. А вот магазинный есть такой укроп, он не цветет, он не дает. Yeah. Вот. Говорят, дорого стоит, одна, знаешь, принесла на базар, столько много. А какая такая шла, незавидно было. Давай я все сама его заберу, и что это еще было? Одним словом, набрала, забрала. А я потом спрашиваю женщины. Говорю, слушайте, вот какой-то он огромный. Это... Так это же, говорю, магазинный. Они говорят, этот укроп, он, его нету, говорю, этих. Ну, гибрид, одним словом, вот и все. Понятно. Говорит, так... Поэтому она, говорю, насеет, а наш, да, говорю, не успеет вот вылезти, уже, говорю, тарелочка, эта тарелочка пошла. Она говорит, ну вот, а это, говорит, нет. У меня время надо же. Держи. Черт. Вот ты тихо. Чуть не упал. Я вообще за кодеки поддерживаюсь. На, держи. Ну, видишь? Тихо. Огурцы давай посмотрим. Они грязные. Такие грязные, надо их подтягивать. Я больше не найду. Только видела, я сейчас вот не вижу. А видела вроде. А в теплице она все сорвала. Нету. Похвастаемся самого мнения. Может быть здесь? Нет, здесь маленькие совсем. Я видела, люди, кажется, большенькие были. Ну вот он, эти тоже маленькие. Это тоже маленькие. Вот знаю, что вроде как крайние были. Видела. В грязи так ничего не видать. Непонятно. О, наконец-то нашла. Хватит вам две огурчики. Да, хватит. Даже я помою. Вообще не года, а одно недоразумение.
что я себе же возьму огурчик, хотя один, наверное, возьму. У меня, я знаю, что делаю салат. Огурцы не крошу, а натерку на крупную. Тогда он, как-то он сочный получается. И, ну, вкусный. Маленький. Знаю, что 2 литра видели. А вот один. Я возьму себе, хватит. Ну там на лестнице, ну вот, наконец-то нашли шеду. Без ржаты такой не выдрать его. Надо же, а. У меня еще желудок барахлит. Я бы рад поесть. Я бы, вот и хочется мне просто огурчик взять и сидеть. Одна сегодня ночью поднялась, не могу купить. Идет у меня. Вот он. 3 большеньких и 2 маленьких. Надо было пакет взять. Что-то мы пакет не взяли. На все я пойду искать салат. Вот это мне, а это вот вам. Поддерживай. Неси. А я подойдешь и... Да я тут по карман сейчас положу, наверное. Сейчас я пойду искать салат. Вот. Никакого от этого нету. Ничего. Сейчас. Иду. Я же под корень его срезала, так? Ага. Вот, он прямо вырос, видишь, подожди, дай в листочек какой-нибудь завернуть бы. Капусту, блядь, по лаптю, листья, не найдешь ничего. Ну, стой здесь, я пойду сейчас. Давай. Это петрушки сейчас, наверное, стой здесь, я дам, а то здесь сыро сильно. Малыши, которые висят. Я сделала его салат, поела, и он еще стоит. Я сметану, майонез не ложу, потому что так, достану, когда есть, возьму, положу. Вот видишь, Саша, вот видишь, все свое. Ты пришел. Свеженько, оборвали. А так пойдешь на базар, как одна рассказывала, говорит, зять,
ничего не хочет, говорю, мне помочь. Я стала говорить, я говорю, я пойду на базар, куплю огурчик, помидорчик. Я говорю, ага, огурчик, помидорчик. А потом, говорю, как начинает болеть, когда, говорю, бегаю. Ага. Ну, наверное, хватит. Как ты считаешь, или еще? Ну, не знаю. Я вот эти помолочек. Я вообще люблю петрушку. Видишь, мы в этом районе живут, это очень много. Молодые люди живут. Ты же не стоишь на городе, выйдешь, и тебе по душе приедешь. Свежие и все. Ты так ходи, выглядывай. Только предлагают. Я продаю, а ты видишь, что мне продают. Давай. Я зачем ты эту ерунду носишь? Да просто. Собой? Аккуратно, смотри. Так, сейчас я пойду там, я тебе делаю это. Вот салат, видишь, он весит. Уже молодой. Вот, да, вот, без вот, запаха. Моя мама любит цветы сажать в огороде. Не знаю, зачем они в огороде нужны. Тут разные растут. Такие красивые. Красные, розовые. Красивые. Цвета оранжевого такого. Насыщенного. Давай я в тряпку мокрую все заверну и давай. Это все пакет снизу. Я ручки вижу. Так, Саша, подожди. Я закрываю тебе лицо. Ну на одно что? Я постой, что я тебе знаю, что причину красную сорву. Детки, наверное, не видит. Я не знаю, что такое. Он не растет. Дубины вот, а перчинки, я уже знаю, завязи, а цветов, завязи, навалы, я их уже сегодня вырубала. Не знаю. Какой-то оказия. Раньше такого не было у меня никогда. У меня такие крупные перчины всегда были. А обошла, все просмотрела, фиг было. Давай я переобуюсь. Все, иди, он не закроется больше. Я думала, ну что, надоело мне эти тряпки. Думаю, да, я вот так вот сделаю. Уходя, замкнуть, я возьму раз, собираться не сделаю. Так, подожди, а здесь мешочек, сам еще. Все, мешочек зеленый, здесь небольшие листья. Я здесь тряпочку я одну тебе давала. Да. А еще где? Еще же должна быть тряпка. Вот она. Не-не. Я сейчас подожди. Так. Ну все, я сейчас подожди, как же мне сделать отдельную кружечку. Стаканчик этот. Стаканчик сейчас не надо. Ну ничего, движем. Пусть мать все полоснет, как надо, сделает. Ну, давай сюда. Это положим. Это
это отдельно. Ладно, давай все кучи. И здесь тряпочка мокрая, и здесь, и здесь. Вот, вот так вот я сейчас сделаю. Вот так вот заверну и вот так вот скручу, свяжу и лист. И пакет. Так, пакет, пакет. Где тут мини-пакеты? А вот это что? Вот пакеты. Вытащи один. Вот смотри, они здесь сложат. Я. Ну смотри, смотри сам. Вот, вытащу. Вытащи. Вот подожди, сейчас. Давай. Огурчики сюда. Бросай сюда огурчики. Угу. А помидоры не забудь. Со мной следишь, зайдешь, я помидор красный дам. Ладно. Дай-ка я вот так вот надорву этот мешок маленечко. И поплотнее завяжу. Пусти, пусти, все нормально. Все, неси. Свяжу, скручу. Ты же в сумку положишь? А, да. Нет, нет. Не вывалится ничего. Я еще на пилоточке. Вот так вот, другой пакетик. Вот, другой. Это не пакет. Ну-ка, давай. Я разверну. Держи, держи, держи. Давай. Ставлю сюда в угол. Не так. Вот так. Ага. Вот. И вот так, давай, сделаем, и все. Это лучше будет. Он будет стоять. Подожди, маленько свяжем же. Это будет лучше. А редиска где? Нет. Она так, завязана там? Да. Ну, тогда все. Тогда все. А помидор туда, ну я дам красный. Разряжется. Так, вот так вот постарайся ставить. Все, ну пойдем, я хочу все-таки это соберусь, потом соберу, остальное соберем, тебе собрали, самое главное. Надо снести. Все, надо снести. Нечего там всю эту срач. Оставлять. Надо кучу снижу, а мусор потом уже. Соберу. Сюда приедешь, отдохнуть некогда. И то надо делать, и другое вот возьми, Саша, вверх ногами, переверни, вытряси, вытряси, А где вытрясти лучше его? А где его лучше вытрясти? Стул. Стул, все тут делаешь, вверх ногами. Вытряси, веником немножко смети, а я сейчас спрячу. Так, там я все забрала, если мне понятно. Все. Слышь, Саша, знаешь что? Иди мне. Ты видишь, на полочке цветная кружечка и крышечка цветная. Там вот так вот возьми пакетик, там как его замок. Он без, просто в пакете он должен быть. Посмотри.
Один замок, да? Да. Ну-ка, иди. Я сейчас заодно. Отойди, отойди, уходи, уходи. Уходи, убегай, убегай. Ты посмотри, чего пропал моя столик. Видишь, весь. Одним словом, он не висел, куда я вешал, я забыла. И даже он его испортил. Видишь, как он хороший. Подержи, Малиночка, я в ту сторону буду нести. Подержи, Малиночка. Надо все делать, мы же не скоро будем его слышать. А вот этот веничек сметил отсюда. Не этим, этим мы же. Ну как я сметаю, сметом. Отойди, отойди, отойди. Тоже, это знаешь, да. Все меряю, всякие мерки, все надо. Почему я эти спрятала в подставочки, да все. Потому что где? Господа, ну ладно, пусть висит потом. Убили, на вели. Мне жалко этот велик. Дорогие велики, понимаешь? Да. Я посмотрела, посмотри. А во-первых, еще знаешь, что противно? Они такие огроменные, большущие. Зачем такие большие? Делали бы разные. Я посмотрела, хотела купить. Думаю, да ну уже не надо. А куда веник? А? Куда веник? Этот туда, иди в эту поставку. Поставь, как зайдешь сразу в уголок, там полочка. Вон, купила и дорого отдала, между прочим, за 10 семечек. А взошло, сохранилось всего 4 штучки. И не видать, люди уже давно продают вот такие вилки цветной капусты. А вот это мне такую цветную капусту продали. Вот так, своего нету. А зеленое ведро там палки или мусор. Если палочки, занеси, положь туда, где дрова, если палочки. А мелкие. Домик? А? Нет, туда. Туда все, я потом. Что пойду туда. Вот этот мусор ведро соберем, а потом я вынесу. Делали тяжелую грязную работу. Не стой ты. Иди потихонечку одевайся, да посиди. Я уже до конца это все соберу. Грязь. Дождик будет, маленько промою.